Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале Custom Track. Сегодня мы занимаемся нашим трактором, стареньким Митей. Именно так я буду называть этот трактор. Предыдущий выезд, если вы его не смотрели, обязательно заходите, ссылка будет здесь. Показал, что трактор очень интересный, мне понравилось на нем гонять. И я хочу чуть-чуть его подтянуть по техничке, то есть, сделать, чтобы у него не плыло масло ручьем с топливного насоса, разберемся, в чем причина, чтобы у него запускался пускач со стартера, и подтянем заднюю часть, именно там бак нам нужно сделать, соберем все фрикционы, подтянем немножко правую сторону и, в принципе, будем дальше наслаждаться этой техникой. Вам я желаю наиприятнейшего просмотра, присаживайтесь поудобнее, ну а мы приступаем работать. Начнем мы с топливного насоса. Где-то у него в задней части сильная утечка масла. Сейчас хочу его снять, посмотреть, либо прокладка, либо сам корпус топливного насоса, либо где-то что-то на блоке. Но нужно сейчас скинуть топливный насос, и тогда для нас станет все понятно, наверное. Принес целый таз инструмента. Сейчас будем потихоньку с его помощью снимать насос. Какого-то странного цвета у нас топливо. Здесь топливо очень плохо поступает почему-то. Ну, сейчас пошло нормально. Еще у нас замерзла вода в шланге. Я не понимаю, почему. Здесь у нас все, пробочка на месте. Непонятно. Бляха, замерз, капец. Друзья, греюсь возле печечки. Возле печечки всегда атмосферно. И, вы знаете, залип на дроме. Ищу новый проект и, как обычно, смотрю его именно тут. Ведь именно на дроме больше всего реальных объявлений. Да и к бюджету я всегда отношусь очень внимательно. Для этого, кстати, есть фильтр «Отличная цена». Он точно поможет мне не упустить вариант по карману. Но я, в принципе, уже согрелся и сейчас могу уже идти снимать ТНВД. Следы масла я вижу только снизу. Бляха, не знаю, как вам показать, сейчас попробую. Вот здесь, видите, вот в эти крышки, видимо, текет. По прокладке, по периметру все сухо. То есть здесь вариантов нету. А вот по низу все в масле. Сражаюсь я с насосом, друзья. Ну, все пересмотрел. Залил заново масло сюда, да? И никакой утечки нету. То есть, что с ним, не знаю. Посадил сейчас на силикон вот эту помпочку. И посажу на силикон вот эту прокладку тоже. Хотя прокладка, все звон. Что причиной является, я не смог найти. Честно вам признаюсь, не смог. Но было подозрение на одну из этих шайб. Налил масло, крутил милоокой за эту шестерню. Ни в какую, и все. Все сухо, все отлично. Поэтому на этом этапе пока что остановимся. Буду еще смотреть. Потерял я, к сожалению, много времени. Ну, что поделаешь, блин. Бывает такое. Так что сейчас устанавливаю на силикончик, все собираю и закидываем обратно на трактор. Смотрите, какая классная у нас погодка. Снежная. Наверняка через час начнется все это таять. Ну, в общем, зима в этом году вообще необычная. Ну, вот наш пациент. Все, устанавливаем. Заживил, блин, чуть-чуть. Отверточкой взял, подправил шестеренку через лючок счетчика моточасов и наживился. Опа. Все, сейчас все собираю и займемся пускачом. Установил я топливный насос, закачал всю систему, все хорошо. Клапанок срабатывает. И снял шланг, а он там лед внутри, просто живой лед. Снимаем сейчас бак, отнесем его в офис, чтобы он погрелся, и прочистим его, промоем. Крепится он на двух болтах, вот здесь один, я уже открутил, и с той стороны еще один. Все, демонтировал. К сожалению, пришлось прибегнуть к серьезнейшему инструменту. Вот он, наш бачок. Все, там бензин есть. Ну, блин, видимо, есть и вода. Да, вижу, там даже грязючка есть на дне. Ну, вам, наверное, не видно будет. И вот надо нам это все будет почистить. Слить бензин. Слить воду оттуда. И все сделать по-нормальному. Пошли, положим его возле печки. Огромное спасибо, что пишете в комментариях, друзья. То есть нам написали, что он расходится, капот наш, возможно, из-за того, что нет перемычки. Но я посмотрел, перемычка есть. И вторая причина — это кабина. Да, чуть-чуть ходит у нас сильно, и поэтому капот расходится. Поэтому кабину я планирую чуть-чуть подварить. Для этого мы перегоним его туда, на передний двор, чтобы мы могли пользоваться сваркой. Вот такой план у нас. Друзья, совершенствую наш бачок. Сейчас я сделал вот такой вот чуть выше заборник, который будет вкручиваться в бак. Я его почистил, попытался промыть, но там есть ржавчина на дне, к сожалению. Чуть выше будет заборник, будет оседать грязька, и все будет четко. Внутри было очень много льда. Вот, начал греть, он как загорелся. В общем, на мне все блохи померли. Вот, ну, сейчас все соберу и будем устанавливать стартер на наш трактор. Бачок я установил и заливаем бензин. Сейчас установлю сюда шланг и будем устанавливать стартер, чтобы больше не мучиться со шморкой. Тем более сейчас нам мешает ЗИЛ. И шморкой воспользоваться уже сложно. Расшплинтуем эту гайку и попробуем открутить шкив. Пробую открутить шкивок наш. Пошел. Какой есть съемник, блин, но он, зараза, не влазит. Ну, представьте. Кувалдой страшно, можно сломать коленвал, наверное. Не, нормально сошел, мягенько. Еще раз огромная благодарность Чагину Антону за то, что он нам сделал вот такой крутой подгон. Условия у нас, конечно, как обычно, но в ремонте трактора условия всегда такие. Так, зажал. Сейчас подогнал чуть-чуть шпонку, чтобы хорошо все садилось. Пришлось немножко ее подкорректировать. И, в принципе, сейчас будем устанавливать шкивок. Вот так. Идеально. Все, сейчас устанавливаем вот этот кожух. Сюда фиксируем, и все. Он будет здесь вращать наш маховик. Установил я стартер, все зажал. Надеюсь, конечно, что он рабочий. Вот. Также закинул аккумулятор, установил выключатель массы. Скун газеломана он. Вот, и сейчас изготавливаю вот такой плюсовой провод. К сожалению, слабенький, но я думаю, для условий стартера он вполне подойдет. Сейчас все это собираю и будем пробовать. Так что держим кулачки, надеюсь, все получится. Так, ну что, камера, мотор. Готовы? Нифига. Стоямба, масса не была включена. Готовы? Валит. Так, ну давайте подсосем ему уже, коль на то пошло. Друзья, припорошило снежком у нас погода, я, как уже говорил, меняется этой зимой просто вот каждый день, каждый, можно сказать, полдня. Вот, сегодня уже у нас очередной день, и, как говорится, утро вечером мудренее, и сегодня я решил проверить эту поговорку. Пишите, работает ли у вас эта поговорка в комментариях, а я сегодня буду ее на личном опыте испытывать. Попытаемся запустить наш трактор, надеюсь на успех. Как это работает? Почти запустился, я там сделал факел, сейчас вам покажу. Ну он затух, блин. Вот здесь я положил факелок такой, и он затух, зараза. Ну почти, почти. Сейчас, наверное, мы запустим, подкачаем ему еще. Все-таки чуть-чуть ему не хватает, то ли топлива, то ли что. Ну, возможно, из-за того, что трубки пустые, тоже может быть причина. Пробуем еще раз. Батарея «Живи». На улице у нас сегодня в районе минус 8. Выбила бендикс. Только факел включаешь, запускается. Факел тухнет, и все. Он начинает много брать воздуха и затухает. Ну, пробуем еще. Бендикс включил. Сейчас будем еще одну попытку делать. Выглядит это очень. Вот ты вот так вот весь. Это... будет. Так, ну что ж, перегнал я наш трактор на ту сторону. Сейчас здесь наведу порядок, соберу все ключи, закрою ворота и будем дальше продолжать заниматься Т-74. На заднем фоне стоит зилок, наш супер проект ЗИЛ 10×10. Это не просто так, есть мысль, если честно, о его продаже. Но, точнее, замене на новый, более интересный аппарат. Я пока еще в процессе обсуждения с продавцом. А чтобы узнать, какой автомобиль я хочу купить для нового проекта, то переходи на Дром по ссылке в описании к этому ролику и ищи мое объявление с нашим зилком. Инструкция, как найти мое объявление, будет в описании под видео. Будьте первыми, кто узнает, какой автомобиль будет в новом проекте. Пошли заниматься трактором. Ой, все, прям в ушах уже. Я не представляю, как работали люди в дальние годы на такой технике целый день. Просто не укладывается у меня в голове. Что ж, есть у нас успех. Ну, во-первых, начала идти солярка с обраточки вот здесь. Надо купить у соседей новую трубочку, потому что она у нас почему-то на 3 форсунки. Вот, устранил я утечку масла здесь. То есть, каким способом, я так и не понял, но вот все пересобрал на герметик, да, как вы помните. И, в принципе, все нормально. Также вот здесь топливо подтекает. Я уже поджимал его, не могу. Но тут уже совсем чуть-чуть оно подтекает, это не страшно. Самое главное, что убрал утечку эту масла сумасшедшую. Вот он стоял, работал, ну, это солярка накапала вот там. Но, помните, здесь масло было полное, все. Но работает четче, то есть, вот прогрелся и все стало нормально. Сейчас сливаю воду, это важно не забыть, и займемся задней частью. регулировкой фрикционов, чуть-чуть подожмем тормоз. Ну, в общем, будем подтягивать мелочевку. Сиденье нужно нормально там подварить нужно, чтобы все это вот так не летало. Когда там ехал на тракторе, у меня опять все полетело, аккумуляторы, все в кучу, очень сильно упал. Вот. Ну, камера этого не передает, но внутри ощущения так себе, честно вам признаюсь. Поэтому нужно сделать нормальное сиденье, ручку, чтобы держаться. В общем, работы еще много, делаем. Начал сливать воду и понял, что не могу слить. Прикиньте, я сколько вынимаю уже этой чачи. Там гнездо чье-то. И даже внизу забился кран вот этим вот. Все, сейчас буду снимать бак. Перекрою крантик. По баку тоже у нас были нюансы. Хочу пошевелить его, поболтать и слить всю чачу. А потом опять все залить. И когда уже отстоится все, будет, я думаю, нормально. Ну и будем собирать наш мост, отрегулируем все и будем делать кронштейн. Снимаем бак. Блин, тяжелый, полный, зараза. Солнечная погода, хорошее настроение. Закрыл я здесь все. Некоторые пришлось газовой горелкой отверстие разогревать, выдувать. Снимаю кронштейн, пытаюсь. 3 болта открутил там, раз, два, три. А 4-й вот такой заломыш, изгибнутый. И надо вот что-то с ним сделать, как-то его попытаться тоже выкрутить. Пока не знаю как. Ну, параллельно убираю люфты. Вот, видите, какой люфт у нас. Вращая вот эту вот тягу, можно этот люфт убирать. Сейчас я уберу этот люфт. Здесь вот, ну, маленький пусть будет. А здесь прям, видите, какой огромный. Поэтому сейчас его подкручу. Все, зазорчик прям по минимуму. Ну, вот такой. Здесь чуть побольше. Но ничего страшного, они работают синхронно. Следующий этап — это пытаюсь снять крепление бака. Вроде бы получается. Выкрутил чуть-чуть его. Вот такой болт. Естественно, крепление тоже уже можно снять. Вот оно, видите, у нас лопнувшее вот здесь. Я помню, давно подписчики мне писали, что чтобы сварить чугун, нужно его нагреть. Вот, возможно, мы нагреем его и заварим нагретый. Бо-бо. Вот так выглядит это. Ну, в принципе, провары вот здесь видны. Насколько оно будет лопаться, не будет. Здесь чуть похуже, но уложил уже как мог. Вот. Ну, а здесь вроде вообще аккуратно так получилось все. Вот. Ну, пишите, что думаете, будет держаться он или нет. Ну, фактически здесь только на нем бак и держится, на этом кронштейне. Больше нагрузки у него никакой. Но он такой... Половина веса бака. Очень-очень тяжелый, зараза. Прикручиваю кронштейн. В принципе, уже вот все хорошо. Наживились болтики без проблем. Один начал искать, чуть нашел. Нету таких болтов. Все-таки тракторная техника, она отличается большими болтами. Ну, чуть нашел, в общем. Есть у меня предположение, что оно когда-то крепилось вот к этому кронштейну, вся кабина. У нас, соответственно, этот кронштейн тогда держит очень большую нагрузку, всю кабину. Это, конечно, печалька. Еще у нас не хватает вот здесь какого-то элемента. Кто специалист по ДТшкам, скажите, что здесь должно быть установлено. Вот здесь. Давай. Сейчас вырежем здесь наше крепление, начинаем усиливать кабину. Смотрите, изготовил вот такой кронштейн, сейчас мы его установим вот сюда, вот в эту часть трактора, и будем делать крыло, чтобы вот это не болталось вот так, а держалось уже на нижней части кронштейна, потому что верхняя часть у нас слабая. Вот, будем изготовим, чтобы держалось на нижней части его. принципе, щиток уже относительно ровный. Сейчас опять выдан кручу, варю здесь, все усилю, и будет все отлично. Конструкция уже, я так понимаю, более-менее понятна, да? Здесь опора, усиливающий уголок, правда, он не очень крепкий у нас, но нету посильнее. Но, я думаю, за счет этих всех опор будет нормально. Вот этот профиль толстостенный, троечка, будет держать. Потом еще крыло здесь ввяжется, и, я думаю, будет отлично все. Вот, ну, сейчас буду колдовать вот здесь, видите, как это выколдовать, пока не представляю. Но, я думаю, справлюсь потихоньку. Вот такой результат, по-моему, супер. Здесь тоже подварил, усилил. Сейчас моя задача разобраться вот с этими вещами, то есть, видите, такими некрасивыми. Подварим чуть-чуть, усилим здесь. Также та сторона у нас в косяке. Значит, здесь тоже просевшая, видите, бочина. Пока не знаю, как ее буду делать, но, скорее всего, вот эти вот подниму и закреплю здесь, потому что у нас не закреплена кабина в задней части. Вот такая красота у нас. Здесь тоже переварил. Все, отлично. Сейчас будем заниматься вот этой пробоиной. Все, заварил. Эту дырочку. Здесь трещины тоже. Много трещин по кабине. То есть вот она от вибраций сама трескала. Здесь тоже латку положил. Сейчас пройду грунтом и эмалью, чтобы это все не ржавело прям так открыто. И, в принципе, все. Кабина готова к тому, чтобы устанавливать сюда бак. Вот, так что этим мы займемся уже завтра. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До завтра. Друзья, очередной день. Мы продолжаем заниматься 74-кой. Сейчас наша задача почистить бак и его установить. Поэтому размешаем, сольем все в таз и заодно посмотрим, насколько там грязное топливо. Потому что у нас что-то подбивало в заборник. Ой, какая грязь, ужас. Да, грязище, конечно, грязное очень топливо. Но сейчас мы его отстоим. Оно постоит, потом зальем обратно. И все будет четко, через сеточку, аккуратненько. Я совсем забыл про угол, который нам нужно поднять вот с этой стороны. Сейчас мы с Димой его вот приподняли, так. И наша задача подровнять вот эту часть, обварить вот этот стык, просверлить новое отверстие и закрепить. Вот, подровнял уже. Сейчас следующий этап, это нужно вот здесь сварить его, чтобы он стал жестче. После этого мы сможем еще его подровнять. Кронштейн сломал. Ёптать нехай. Дима, о, кронштейн, смотри. Была трещина. Она была давно. Ай-яй-яй-яй. Ну вот, постучал, блин. Ну это старая трещина. Ну да, да, вот это болезнь, получается, этих тракторов. Откручиваем вторую часть кронштейна, друзья. Бляха, непредвиденный кусок работы, очень большой. Но, как Дима говорит, хорошо, что он здесь сломался, а не где-то там в болоте, и мы потеряли бак. Поэтому все, что не делается, все делается к лучшему. Макита сила. Сварочный шов профессиональный. Пишите в комментариях, будет ли он держаться. Я знаю, что вы напишите, что он не будет держаться, но прошу, напишите, что он будет держаться. Мне будет легче тогда на душе. И смотрите, еще вот изготовил такую штуку, на которой будет держаться это все. Вот так вот. Ну, кабина будет опираться на этот уже уголок, не на сам кронштейн. А кронштейн будет этот крепить чисто бак. Друзья, если вдруг вам надо подрихтовать вашу девяточку, вы всегда можете заезжать. У меня тут инструмент профессиональный. Как струна. Вот так, друзья, выглядит настоящий молоток для рихтовки кузовных деталей. Но это, конечно, для советской техники. Дальше мы займемся установкой бака. А не забывайте, что специально для вас я оставил объявление с нашим ЗИЛ 10×10 на Дроме. И еще в объявлении я разместил небольшой спойлер с нашим новым проектом, который скоро может появиться у нас на канале. За машиной иди на Дром и переходи по ссылке в описании, чтобы узнать про новый проект одним из первых. Ну а мы продолжаем и занимаемся установкой бака. Дима говорит, скажи, что делаешь. А я говорю, херней какой-то занимаемся, блин. Сейчас вырезаем резинки под ленты крепления бака. Ну вот, такая работа нудная, блин. Ну надо обязательно, то что наши все корявые, страшные, вырежем новые. Все будет аккуратненько у нас. Донор для резинок у нас, друзья, камера от автомобиля Газель R16. 195×70C. Так, вырезали резинки, друзья. Как выяснилось, газелевская камера идеально была разработана для бака Т-74. Ее длины как раз идеально хватает. Сейчас мы устанавливаем ленты. Летом мы, конечно же, все покрасим. Сейчас нету абсолютно в этом смысла никакого. Вы сами все прекрасно понимаете. Ну, вот здесь эту ржавчину я немножко подкрасил, но смысла в этом нет. Опа. Все. Теперь можно уже и устанавливать бак наш, нести, правильно? Да. Сейчас мы его сюда закинем в резиночки, все поставим, все будет тики-тики. Прямо сейчас нажимайте лайк за восстановление старичка Т-74, нашего Митьки. Митя, живи. Сломилось у меня. Все, нашел. Туда надо. Вот здесь вот мешает, вот здесь. Ну надо туда его сдвинуть. К тебе. И у меня есть такая фигура чуть-чуть. Все. А что было? Все, все. Вот сейчас он стал в фаз. Давай. Пальцы. Или твои тоже же не боятся. А где гайка? Гайка там, наверное. Ты ж сюда. А, тут, тут, тут. Вот с шайбой нам удастся даже оживиться, а? Да. Пострадал только один палец, но, в принципе, мне кажется, нормально. Прям так жестко. Жестко. Единственное, у нас есть нюанс. Очень-очень большой. Я не знаю, как его решить, этот нюанс. У нас стоит криво кабина относительно кронштейнов. То есть передняя, вот эта левая часть кабины, она сдвинута чуть вперед. Так вся кукушка наша превратилась не в квадрат, а в параллелограмм. Знаете, такой упавший квадрат. И вот, ну, вроде бы так, мы с Димой его тут мерили, вот. Почему? Потому что видно, как здесь не совпадают отверстия чуть-чуть, чтобы прикрутиться якобы к кронштейну. Ну, в общем, вроде бы сдвинута кабина немного. Но мы сейчас попробуем баком ее чуть-чуть, эту всю систему поправить, но не уверен. Перекрутили здесь, как раз нашел шайбу. Вот сейчас, в принципе, зажмем вот эти вот хомутики. Здесь у нас сохранилось, как оказывается, крепление для лопаты заводское. Видите, вот сюда и сюда. Так что трактор у нас в оригинале. Давай, Дима, ты можешь. Ну что ж, все, бак наш установлен. Смотрите, красавец, все жестко, офигенно. Просто бомба. Но у нас есть проблемы. Начали мы смотреть, как нам закрепить переднюю часть кабины, и наткнулись на очень-очень большую проблему. У нас лопнул кронштейн, который крепит все рычаги и все педали. В какой момент это произошло, я не знаю. Но вот там есть кронштейн, да, вот он. Чугунный тоже, кстати. И он тоже лопнул. Я не понимаю, как такое может произойти, друзья, но у меня уже нервы, если честно, на исходе. Вот он. Ну что это за бред? Просто отломался кронштейн. Это ужас. Сами понимаете, что работы у нас здесь еще очень-очень много. В следующих сериях мы продолжим заниматься нашим интереснейшим проектом Митя. Так мы будем называть наш тракторок. Трактор Митя. Вот, ну а вам огромное спасибо, что были с нами. Огромное спасибо вам за поддержку на Бусти. Благодаря вам мы можем строить такие проекты. Не забывайте про наших спонсоров. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока!